картинной галерее открылась благотворительная выставка «Палитра добра», приуроченная к 400-летию Люберец. На ней представлены работы юных художников, которые занимаются в творческой студии «Арт Окей». При содействии благотворительного фонда «Созидание» вырученные средства от продажи картин направят на лечение детей. Открытие выставки «Палитра добра» стало настоящим творческим праздником. Кроме художников, свои таланты продемонстрировали юные артисты, которые порадовали гостей танцевальными и вокальными номерами. Каждый, кто вышел на сцену, получил сертификат участника благотворительного проекта. Есть такая задумка вместе с фондом «Созидание» – помогать детям тем, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому огромное спасибо организаторам, спасибо вам за то, что вы делаете. Конечно же, вам творческих успехов, чтобы каждый стал впоследствии серьезным художником. На выставке представлены работы разных жанров – натюрморты, пейзажи, портреты и многие другие. Особенность студии «Арт Окей» в том, что здесь применяют технику правополушарной живописи, а также полноценную арт-терапию. Любой человек, который не умеет рисовать вообще, садится и пишет шикарную работу. Мы пишем пальцами, кисточками, ногами, руками, всем чем угодно, что попадется под руку. Вот, и получается потрясающая картина. Мы пишем маслом на холстах, как настоящие художники. За последний год воспитанники студии написали около 500 картин. Сегодня занятия в «Арт Окей» посещают более 20 начинающих художников. У меня пришла идея тыкву нарисовать, когда я спать не хотела в ночью. И я посмотрела наверх, ну, на росту, и подумала, завтра нарисую скачу тыкву. После того, как я начала писать картины, на мир стала смотреть совершенно иначе. То есть едешь, видишь какой-то пейзаж и думаешь, какой переход красок, надо это запомнить, а лучше сфотографировать, чтобы потом перенести на холст. Мне очень нравится рисовать, особенно пейзажи, нравится рисовать поля. С цветочками, с всякими. Еще я помню, у меня есть любимая картина с фиолетовыми цветами, я ее сама придумала. Очень интересные работы получились у ребят. Отличный концерт, всем очень весело. Я сюда пришла с детьми. Работы участников, которые представлены здесь, выполнены в прекрасной технике. Нам уже их показали, продемонстрировали. Прекрасное время проводим. Еще одним подарком для посетителей выставки стал бесплатный мастер-класс. Все желающие могли обучиться азам масляной живописи в технике арт-терапии. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.